Теперь перенесемся вновь на Тверскую. Там сегодня центр народных гуляний. Улица напоминает настоящую аллею славы. Тематические площадки посвящены достижениям Москвы. В районе Пушкинской площади с особой гордостью говорят об изобретениях, покорении космоса и строительстве. На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Иван Прозоров. Иван, вам слово, но вижу, что за вашей спиной декорации действительно космические. Катя, доброе утро. С праздником. Действительно, Москва, как настоящая радушная хозяйка, именинница, красавица, тепло встречает гостей. И первым делом гости видят покорение космоса. Это называется «Москва покоряет». Здесь, собственно, собраны лучшие достижения нашего кораблестроения. Космические технологии. Здесь и многоразовый корабль «Буран», и орбитальная станция «Салют-7». И прелесть в том, что можно не только посмотреть на эти экспонаты, на эти модели, которые, многие из них практически в натуральную величину, но и поучаствовать в различных квестах, потрогать все свои руками. Глаза горят сильнее всего, конечно же, у самых маленьких. Обратите внимание, с каким интересом выстраиваются сюда дети различного возраста. Здравствуйте, откуда вы? Мы из города Рыбинск. Это Ярославская область, город наш на берегу Волги. Вы приехали специально на праздник? Да, мы приехали специально на праздник. Вот сегодня в 5 часов утра. Почему космос выбрали? Ну, потому что как бы наш город связан с космосом. У нас построен завод, который выпускает турбины. Вот, и я учусь в авиационном колледже. Собираешься связать будущее с этим? Да. Удачи тебе, это замечательная индустрия. А еще у нас на нашей родине исторической родилась Валентина Николаевна Терешкова. Вот, и да, и мы даже с ней лично встречались на форуме Совета женщин. Фантастика. Мы поздравляем вас с праздником. Хорошего дня и обязательно погуляйте еще по остальным павильонам. Ну что ж, концепция праздника необычная. Приятная с полезным. Гости смогут поучаствовать в различных мастер-классах, в различных арт-инсталляциях. Кстати, вот здесь одна из них уже есть. Здесь будут проводить мастер-класс по рисованию, по различному прикладному искусству. Ну, а это мост из прошлого в будущее, который связывает Москву тех годов и Москву сегодняшнюю, Москву настоящую. Отсюда, кстати, можно, вот мы обойдем тебя, здравствуй, отсюда можно окинуть взглядом всю Тверскую улицу и понять, насколько масштабный праздник. Обратите внимание, растянулись различные площадки до самого Кремля, до самой Манежной площади. Ну, а здесь под нашими, буквально у подножия этого моста находится площадка, которая называется «Москва-строй». Здесь собраны и знаковые здания Москвы, например, высотки, сталинские высотки, это здание МГУ, возле которого начинается уже представление, которое окунает зрителей в ту эпоху. Ну а за нашей спиной еще много интересных экспонатов, инсталляций. Мы остаемся здесь и приглашаем всех гостей присоединиться к нам, чтобы потом не говорить, ты не видел лучший город Земли. Катя. Спасибо, Иван. Ну, действительно, лучший город Земли. Очень много мероприятий на Тверской. Спасибо. Иван Прозоров работает на Тверской, где уже начинаются народные гуляния.